Обалдеть, Серега, я сам балдею просто. Песок золотой. Это же просто обалденно. Так, ребятки, прибыл я домой. Привез золотой песок в перемешку с обычным песком. Не утверждаю, что это золото, но я тут на речке местной смотрел, такого яркого, именно ярко-желтого песка я никогда не видел. То есть золото отличается от того же перита именно этим специфическим ярким желтым цветом. Вот я привез сюда, не знаю, сколько песка, вот для пробы. И сейчас буду это травить супервеществом. Если это золото, оно растворится. И получится ого-го сколько. То мы можем просто получать золото из песка, получается. Ну там прям рассыпано, как будто россыпь какая-то золотая. Такое впечатление, знаете, как будто вообще золота так много. Бревна какие-то, сучки, то есть бревна. Воду наливаю. Не, и правда много песка золотого, блин. Я такого не видел никогда. Если это золото, то, блин, мы с Серегой за сезон урвем. Много получим. Сейчас я сюда добавлю всего немного супервещества. Трава. Вот. Но самое главное, это вот эти вот золотинки. Вон, даже видно, вот в тени, да, они такие желтые. Вот в чем дело, ребята. Не было у меня такого, говорю, не было. В этом-то и заключается. Ничего себе. Прям усеяно, прям усеяно, пацаны. Если это золото, то тут нормально получится. Я это все буду травить сейчас супервеществом, потом отфильтрую, поймаю золото при помощи активированного угля, если это золото. Вот. Не знаю, разделить напополам, что ли, хотя бы. Наверное, разделю. Может, все пока не буду делать. Так, сделаю. Обратно уберу часть песка этого. Потом обработаю, надо будет. Тут и так хватит, чтобы убедиться, оно не оно. Ну, вот так вот пойдет все, ладно, хватит. Для пробы пойдет. Так, ну что же, добавляю сюда остатки супервещества. Я все равно хотел это вылить в раковину, но можно использовать с пользой. Все, вот и все, вся работа. Если золото есть, оно растворится. А дальше все, что надо, отфильтровать. Буду использовать активированный уголь. Впитает все молекулы в себе. А дальше покажу. Обожгу его. Вот. Растворю в царской водке полученный концентрат. Если золото будет, покажу. Но я почему-то не сомневаюсь, что оно будет. Опять же говорю, из-за того, что очень такие яркие золотинки, то есть они не такие, как вот обычный перит, который мне попадался в камнях. Он какой-то такой бледный, слегка желтый, но такой бледный. Это прям яркое такое, желтое, именно как золото выглядит. А мы были так высоко в горах, там не исключено, что там золотые пески могут быть. Обалдеть просто. Серега так там вообще с ума сошел от этого песка. Бегает как... Готов ведрами уже готовить материал мне. Вот так вот я буду мешать его.
песочек. Кто вам мешает пойти посмотреть? Так, ладно, я залил супер вещества. Вот для этой партии, вот этого, что я супер вещество вылил, все, вот это все, хватит. Так. Слава богу, уже тепло, лето. Ну, еще не лето, но уже как лето. Ну все, буду там мешать его раз в 2 часа. Думаю, что до завтрашнего утра все растворится, если оно, это самое золото, здесь есть. Потому что кто знает, вдруг это перит все-таки. Ну вряд ли, вряд ли. Слишком такой желтый, знаете, больше похоже на золото все-таки. Мельчайшую пыль золотую. Вот. Помимо основного раствора с супервеществом, я также провел анализы, как уже показывал. Все растворил в царе, добавил хлорное олово. Все потемнело, осадок выделился, результат хороший. Но меня больше интересует результат с супервеществом, так как по всем затратам он перспективен на будущее. И сейчас буду фильтровать этот раствор через обычную тряпку хбшную. Вдвое ее сложил. Вот, отфильтрую. Брошу активированный уголь, он впитает все в себя молекулы. И посмотрим, сколько получится. Но я могу и потерять большую часть золота, так как я уже говорил, что перит надо целиком растворять. Золото может содержаться в самом перите внутри. А может только на поверхности было, потому что есть еще хороший признак. Эти чешуйки золотые, они стали не такие уже желтые, а какие-то стали бледноватые. Это говорит о том, что золото могло как раз мое раствориться, а все, что не надо, остаться. Я подозреваю, что в речном песке золото может ионизироваться на эти чешуйки, как бы вот эти перитовые, вот почему. Тогда просто уже все зависит от количество перерабатываемого материала. То есть можно обрабатывать там ведрами, и тогда будет сразу результат. Сейчас начинаю фильтровать это и посмотрим. Но золото есть, даю слово. А сколько, не знаю. Вот я, можно сказать, что половина этого ведерка обработал песка, вот этого вот. То есть не сильно и много. Ну, в принципе, сколько будет золота, не знаю. Если будет даже пол капельки, вообще будет замечательно. Но может и даже этого не быть. Так, сливаю этот раствор, он будет фильтроваться. We'll be right back.
Раствор фильтруется здорово. Потом активированный уголь свое дело сделает. Итак, все отфильтровалось. Снимаю тряпку эту. Получился вот такой зеленоватый какой-то раствор. Кстати, он грязь немного прошла. Да, это ерунда, короче, ладно. Я его снова фильтровать не буду. Так, вот, буду использовать уголь, кидай сюда. Это примерно с одной пачки. С одной пачки активированного угля. 10 таблеток. То есть, этого хватит, чтобы все молекулы золота впитались в этот уголь. Вот так вот сейчас я буду помешивать. Тут часа два хватит, чтобы все молекулы впитались. Итак, прошли сутки. Сейчас я при помощи шприца большую часть раствора перелью. Его, в принципе, не так много. Вот, остатки отфильтрую через бумагу. И протравлю этот осадок в растворе царской водки. Вообще лучше уголь обжигать, но здесь партия так маленькая, угля не сильно много. Поэтому я протравлю все в царской водке и станет ясно, есть золото или нету. Так, но анализ-то показывает, есть. Меня интересует именно супер веществом есть или нету что-либо. Переливаю. За ночь все на дно село, весь осадок. Поэтому я сейчас просто перелью большую часть раствора, солью. Уголь вчера за день и за ночь впитал все молекулы. Я его перемешивал, ходил чуть ли не каждые 20 минут. Можно даже и так делать, если ходишь по двору. Вот. Не обязательно бульбулятор использовать. Так, тигель установил в печь. Я все-таки решил обжечь этот концентрат с активированным углем, который впитал в себя молекулы золота. Потому что я пришел к выводу, что если этого не сделать, то может быть потеря золота. Потому что уголь будет продолжать впитывать в себя молекулы, поэтому его надо обжечь. Так, включаю печь. Много времени не уйдет. Так. Вот, спираль начала греться. Отлично, все. Накрываю вторую крышечку. Заглянем через 4 минуты. Дело пошло. Давайте заглянем. Еще минута только прошла. Осадок немного влажный, поэтому испаряется вода. Видите, вода идет. Сейчас он обгорит, сгорит, дым будет идти. Прошли еще 3 минуты. Тигель уже разогрелся до красна. Открываем аккуратно, потому что
идет газ, уголь выгорает, горит, горит, пусть горит, так, еще минут 5 и хватит. Так, ну я думаю, все, можно прекращать работу, все выгорело, что не надо нам. Все разогрелось, пусть он остынет теперь. Все выгорело. Так, отлично. Дебиль сыпется прямо. Тигель выходит из строя, выгорает. Что у графита плохо, он начинает выгорать. Так, пусть остывает, ребята. Сейчас мешать нельзя, будете мешать, сразу все, блин. Газ пойдет. Просто остынет прям. Потом воды сюда добавить, чтобы он был это, и аккуратно в чашечку все пересыпать. Здесь золото, а все, что нам не надо, уже выгорело, все. Мешать даже его не надо, еще раз говорю, он прокалился, это главное. Дальше кислота свое дело сделает. Так, воду наливаем сюда немного. Все. А теперь делаем вот так. Что-то, знаете, зря я так сделал. Можно воду вылить, наоборот. Сюда прямо. Чтобы пыль не поднималась. Ну, еще горячий слегка был. Теплый. Так, все. Вот так вот. Теперь мешаем этот пепел, шлам. Вот так вот мешаем, сюда выливаем. Вот так вот все. Все выгорело, что не надо нам. Абсолютно. Так. И растворяю это в царской водке. Так, азотную кислоту я добавил. Что-то грязь шипит, не забываем, грязь всякая. Вот, а сейчас я добавлю еще соляную кислоту сюда. Ну, пока вот столько добавлю, вот, этого хватит, пока вот столько. А потом, наверное, еще добавлю. Ну, вот там что-то реагирует. Не исключено, что это наше золото, кстати. Так, ставлю материал на плитку, пусть растворяется. На все про все уйдет часик, может меньше. Так, ну все. Во время процесса подолью немного еще соляной и, возможно, азотной кислоты. Так, все растворилось, раствор остыл, и пришло время его фильтровать. Все, что не надо, задержится. Ну, вот так вот. Сразу же проходит. Очень такой чистый раствор. Так, раствор чистый вроде получается, нет у него ничего такого. Еще раз попробовать вот так вот, смотрите. Что-то он кого-то грязный, немного сперва пошел. Так, сейчас я начну с нуля. Так, ну все.
первые капли могли быть и грязные, да, вот теперь он светлый пошел. Наверное, уголь немного прошел, а сейчас забился. Фильтр, салфетка это. Капельки пошли чистыми, так. Сейчас он отфильтруется быстро и будем выделять пиросульфитом натрием, если золото есть. Думаю, есть. Так, все пересыпал. Теперь буду промывать водой. Ну, пойдет. Сейчас он отфильтруется. И еще раза на три промою этот фильтр водой. И будем выделять золото пиросульфитом натрием. Я думаю, все получится. Цвет очень приятный. Желтый раствор. Потому что уголь в основном впитывает в себя только молекулы золота. Там тоже есть грязь, разумеется, но... А цинка получается зеленый раствор такой. Потому что в цинке идет грязь, сам цинк, здесь ярко-желтый. Причем осадок прошел термическую обработку, обжиг, поэтому чистый, как видим. Сегодня пасмурная погода, дождь капает. Вот, сколько я получил вчера раствора такого зеленовато-желтоватого. И сейчас из этого раствора я буду выделять золото при помощи пиросульфита натрия. Сейчас посмотрим, есть тут золото или нет. Так, ну я думаю, все видно. Замечательно. Добавляю. Если золото есть, оно выделится. Ну вот я добавил одну ложечку пока что. Тоже. Что-то вот как будто реагирует, непонятно. Подождите. Еще туда беру, еще. Может мало? А может его тут нету почти. Так, еще добавляем. И добавляем. Ну, пока хватит. Ну, вообще-то темнеет, ребята. Смотрите, темнеет. Может, надо подождать. Подождите, давайте подождем чуть-чуть. Вот он реагирует еще. Пришла погода такая плохая. Тогда я пока его сюда поставлю. Давайте подождем. Минут через 5 станет ясно. Когда холодно, он может реагировать минут 15-20. Не так, как я показывал моментально. Так. Я покажу тогда через где-то 15 минут. Ну что же, раствор потемнел и продолжает темнеть. А значит, в растворе, скорее всего, есть золото. Давайте еще подождем минут 15, как я сказал, и станет ясно. Прошло еще минут 30. Так, и вот наш осадок, ребята. Золото я получил, золото есть. Так, сейчас я его соберу и покажу вам, сколько примерно я получил. Ну, вот столько, вот он тяжеленький такой вот. Вот он, наш осадок. Примерно, наверное, 1 грамм золота. Неплохо. Что же, отлично. Именно на это я и рассчитывал. Вот золото, ребята.
Замечательно. Ну что же, золото подтвердилось, что в этом песке есть. Вот столько я получил золота. Многим может показаться, что это мало. Ну и песка я мало взял. Всего-то несколько килограмм, ребята. И вот результат. Обалдеть просто. Я доволен. На этом можно сказать, что конец, плавить я его не буду, потому что осадка очень мало. Извиняюсь за то, что погода шумит, дождь идет. Результатом я доволен. Наверное, сейчас этот осадок растворю снова и уберу на хранение. Вот. Замечательно. Осадок тяжеленький. Ну, сразу видно золото. Вот. Остальную часть мутного раствора я убрал в сторону. Вот он. Какая-то еще муть выделилась. Видать, грязь была в растворе. А вот и весь осадок наш. 1 грамм золота где-то. Замечательно. На этом конец. Спасибо всем за внимание. В следующий раз я попробую пол ведерка переработать речного песка такого. Я за золотом не гоняюсь. Это я делаю ради видеороликов. Вот. Сразу вам заявляю об этом, что мне это золото и даром не надо. Вот, золото есть. Супер вещество сработало. У меня прям настроение поднялось. На этом конец.